Участники очередного заседания окружного совета депутатов смогли оценить работу, проделанную командой главы муниципалитета Андрея Иванова по итогам 2022 года. В целом оценка была положительной, и большинством голосов депутаты признали отчет главы, с которым он выступил перед жителями, удовлетворительным. Также в ходе заседания отчиталась о своей деятельности в прошлом году и окружная контрольно-счетная палата. По итогам работы за 2022 год КСП Одинцовского городского округа занимает первое место. Это пятый год подряд. Уже второй год Одинцовский округ занимает и лидирующие позиции по управлению муниципальными финансами. О бюджете Одинцовского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов рассказала начальник финансово-казначейского управления окружной администрации Людмила Тарасова. Настоящим проектом решения предусмотрено увеличение доходов бюджета на 2 миллиарда 319 миллионов рублей. Это связано в основном с предоставлением безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 2 миллиарда 316 миллионов рублей. Иные безвозмездные поступления увеличены на 43 миллиона рублей, налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 40 миллионов рублей. В перечень рассмотренных в ходе заседания вопросов также вошли темы строительства социальных объектов на территории Одинцовского округа, изменения правил благоустройства, в частности выгула домашних животных, и борьбы с борщевиком Сосновского. Повестку дня одинцовские депутаты поддержали большинством голосов. Дмитрий Потапкин, Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».